Друзья, сегодня буду заниматься с данными орхидеями, которые я получила по почте от продавца Сони. Что же я буду с ними делать? Распаковку на канале вы могли видеть в прошлом видео. Итак, для начала мы все срежем цветоносы. У них они нам уже ни к чему. Ну вот красоты от них никакой не осталось. Так. Вот тут вот чуть ниже почечку одну все-таки уберу. Высоковатый. Липчик. Шоколадик белый. Так. Сейчас мы у всех срежем. Дальше. Биглип. Как я его назвала, биглип. Дикий кот в мутации есть такой. Вот он мне его напоминает. Тоже срежем цветонос у него до почечки. Одну уберу тоже длинный. Так, дальше. Ох, вот этот длинный, такой длинный, посмотрите, самый длинный. Тут, наверное, метр. Видно, что насколько длиннее. Тоже жалко так. Сейчас еще посмотрим, что же у нас здесь. Так, срезаем. Ну, так интересно тут, что было. Ответвление, потому что почка вот здесь идет, а тут то ли ответвление было. И его срезали. Ну, явно ж не цветочек. Ладно. Отрезаем. Убираем. Здесь тоже от красоты мало что осталось. Поэтому тоже обрежу ее до почки. Эти вроде держат цветочки, но вот бутончики уже завяли, поэтому отрежем, чтобы она восстанавливалась. До почечки одну уберу. Вот тут вот. Отрежу, чтобы не слишком был длинный цветонос. Далее у нас остается монако. Монако обрезать не буду. Еще хорошенькие цветочки. В принципе, вот один тут усох. Пускай пока будет. Ну и у этого беглипчика сейчас тоже мы, я думаю, отрежем цветочки. Да, что-то как-то. Тоже отрежу до почечки. Абсолютно не жалко. Как я говорю, для меня это не самое главное. Дальше будем обрезать плохие корешочки. Дочь у меня оператор. Сама не знает, что снимает. То есть все вот эти вот поверхностные такие корни мы почистим и потом обработаем орхидеечки. Так, цветонос держатели уберем. Они, видите, у нас тоже тут в каком-то грибке. В общем, продолжаем. Я не знаю, что дочь снимает. Что там можно видеть за листьями? Корни. Угу, корни. Видно корни. Так, ну а здесь вот у шоколадика листочки. От шеи желтят. Мы сейчас с вами тоже посмотрим, что в чем там дело. Очень не хочется нам... мне его потерять. Ну, тут вот видите, из-за корешочков. Сейчас. Уберем. Ну, я Соне сказала, написала, показала. Она никогда не отказывается. И, как всегда, мы будем вместе следить за ним. Так, где у меня фокус-фокус? Ага. Ну, смотрите, здесь вроде не так уж и страшно. Просто похоже от корешочков. Вот этих вот корешочков сейчас уберу. Надо пинцет где-то взять. Где взять пинцет хороший?
То это калечные пинцеты. Так, ну вот корешочек. И вот корешочек. Вот единственное, сейчас соберу держатель. Так, сейчас вот. Вот тут вот. Не очень нравится. Процесс-то пошел от корней вот этих вот. Но вот что там будет дальше вот в этом месте? Одному Богу пока известно. Но мы сейчас это промажем дело медным купоросом. На всякий случай пройдемся. Да что ж ты. Так, далее идет кус Монако. Хотела оставить свои точки, но смотрите, не пойму, то ли это все-таки механика, то ли это вот дорожка от трипса на цветочке. Видите? От греха я все-таки срежу цветонос, и будут они у меня сейчас еще и обрабатываться. Монако при получении желтил лист. Лист желтел вот тут. Сняла вот этот лист. Это получается материнское растение и две детки сросшихся. Видите? В одну. Сейчас вот это вот уберем. Моменты. И здесь тоже я промажу медным купоросом. После того, как чешуйки все сниму. Также обрежу плохие корешочки сухие. Ну вот, пообрезала. Сейчас это все уберем. И польем. И обработаем от вредителей. Так, но для начала промажем медным купоросом. Сейчас попоем орхидейки с такими препаратами, как Привикур. Еще добавила пару капель циркона. Видно, вон пузырится пенка. Вот так водички немножко налила. Сверху проливать не буду. А прям поставлю напитываться, чтобы они напитывались снизу. Почему не сверху? Хотя я люблю пролить и потом их оставить на какое-то время вот в таком количестве, допустим, воды. Потому что мы сейчас, как они попьют, пойдем их обрабатывать сверху в ванную комнату от вредителя. Вот, поэтому снизу попьют, а сверху все равно промочится грунт, когда будем опрыскивать их. Вот так. Все, сейчас постоят, немножко напитаются, минут может быть 15, и потом пойдем в ванну. Все, красоточки обработаны все. Мокренькие. Оставляю сохнуть.
Лишнее потом с пазухи уберу. Ну что ж, друзья, все, обработочку мы прошли, как корнюшечки напоили, вот немножко есть пропащих, видите, да? Сразу видно стало после того, как попили. Обработку от насекомых прошли, и сейчас я вот сделала такие бирочки, написала здесь вот название и сделала здесь дырочку, продену, завяжу так на каждой растюшечке. Все выглядеть это будет вот так на каждом горшочке. Вот такие незатейливые действия я делаю с теми растениями, которые ко мне попали по почте. Поставлю их всех на окошечко отдельное, если вдруг, не дай бог, на них все-таки еще кто-то остался жить. Ну, а потом через месяц выставлю их уже на подоконнички или на стеллажи, так как мне захочется и как будет удобно. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пожалуйста, на Дзен канал. Ссылка находится в описании под видео, потому что с Нового года я буду переходить туда и видео выкладывать в основном там. Все, друзья, счастья, здоровья, мирного неба. Всем пока-пока. До новых встреч.